Прокуратура Москвы начала проверку в отношении популярной блогерши и телеведущей Виктории Бони на пропаганду наркотиков и психотропных веществ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В настоящее время прокуратура Москвы проводит проверку в отношении Виктории Анатольевны Бони, 1979 года рождения, на наличие оснований привлечения ее к административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного статьей за пропаганду наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет, заявили в прокуратуре. Блогерша может грозить штраф до 30 тысяч рублей. Проверка может продлиться до конца августа и быть продолжена при необходимости. По данным ТАСС, ранее в Генпрокуратуру обратилась представитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Елена Крайт. Она заявила, что Бони пропагандирует ретриты по сакральной медицине, во время которых участники употребляют отвар, содержащий психотропные вещества. В июле административное дело о пропаганде наркотиков завели на рэпера Кизару, Олега Нечипаренко. По словам директора Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводит проверку в отношении исполнителя.